Всем привет! В эфире программа «Отвечу в личку» и я, ее ведущая Лиман Мамедова. Сегодня, как и всегда, я буду отвечать на ваши самые актуальные вопросы, которые вы задаете мне в Инстаграме. Сегодня я хочу поговорить о мамах, точнее об их детях. Как вы знаете, я сама являюсь мамой двоих сорванцов, и поэтому вопрос абсолютно по теме. Лиман, добрый день. Ребенку 3 года, разговаривает плохо и невнятно. Стоит ли бить тревогу и как решить эту проблему? Ну, подождите бить тревогу. Конечно, речь – это очень важная составляющая, но тут лучше довериться профессионалам. И прямо сейчас я вас познакомлю с одним из них. Сегодня я привела вас в центр «Говорун», где научат разговаривать не только детей, но и взрослых. Здесь работают настоящие профессионалы. Опытные логопеды и психологи имеют огромный стаж работы, поэтому с интересом берутся даже за самые сложные, на первый взгляд, случаи. Занятия подбираются для каждого в зависимости от особенностей. На выбор предлагаются индивидуальные и групповые. Ну а прямо сейчас я познакомлю вас с настоящим профессионалом своего дела, который занимается и с моим ребенком тоже, и поможет каждому из вас. Здорово! Ну что, друзья, я не буду вас томить. Конечно же, я давно знакома с Таней, но пришло ваше время познакомиться с ней. Ну вот я смотрю, тут совсем прям маленькие дети у тебя занимаются. Все-таки с какого возраста стоит приводить ребенка на подобные занятия? Мы занимаемся с детками, начиная от года, но очень многие мамы думают, что в год ребенок должен все говорить. На самом деле он должен говорить около 10 слов, но даже если ребенок не говорит 10 слов, то это не способ для переживания. На самом деле нужно прийти к нам и проконсультироваться со специалистом однозначно, и если занятие потребуется, то уже приступить к занятиям. Ну, в данный момент проходит занятие по запуску речи для детей от 2 лет. На самом деле есть одно такое большое заблуждение, что если человеку 20, 30, 40 и так далее лет, то научить его говорить, выговаривать звук «р», к примеру, который очень многие не выговаривают, невозможно. Это заблуждение. На самом деле научить выговаривать этот звук, ну, как и любой другой, можно в абсолютно любом возрасте. Ты же знаешь Лену, которую я в 30 лет научила выговаривать звук «р», и, в принципе, человек же живет теперь полноценно, когда смотрит предыдущие свои какие-то видеозаписи, говорит, боже, как же я разговаривала плохо. Поэтому в любом возрасте можно сделать речь свою чистой, внятной, красивой. Скажи, пожалуйста, с какими основными проблемами ты сталкиваешься при работе со своими маленькими и взрослыми учениками? На самом деле две самые основные распространенные проблемы. Первая – это задержка речевого развития. Это когда ребенку 2, как я и говорила, он не говорит. И вторая проблема – это нарушение звукопроизношения. То есть в этом во втором случае приходят к нам детки, начиная там от 4,5, 5, 5,5 и выше лет. Ну, речевых проблем много, но это две самые распространенные, которые встречаются на нашем пути. Одним из огромных преимуществ центра «Говорун» является то, что его филиалы расположены в разных районах города. Поэтому каждый сможет выбрать наиболее удобное расположение для себя. Чтобы записаться на прием, можно позвонить по номеру телефона или оставить заявку на сайте centrgovorun.ru. И с вами обязательно свяжутся в кратчайшие сроки. Ну что, я отработала все речевые упражнения. Теперь готова четко и внятно отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, эта информация была для вас крайне интересной. Акрофобия. Знакомо ли вам это слово? Мне – да. И, как я узнала, моим подписчицам тоже. Лиман, добрый день. Я уже не юная девушка, и когда дело доходит до мытья окон, от высоты у меня кружится голова и становится плохо. Что делать? Людмила, я вас понимаю. И поверьте, эту проблему никак не решить. Ну, конечно, если вы не доверитесь профессионалам. Согласитесь, для того, чтобы сэкономить время, вы обращаетесь к парикмахеру, чтобы он вас подстриг, в ресторан для того, чтобы вам доставили еду, и в автосервис, чтобы вам починили автомобиль. Так почему же вы тратите свое время и силы на уборку, когда для этого есть настоящий профессионал своего дела? Ну и чтобы не быть голословной, прямо сейчас я покажу, насколько классно работает команда HelpStar. Пойдемте со мной. Привет! Здорово! Как дела?
расскажи, что мы с тобой дома-то встречаемся? Что ты отказалась встретиться? Ты не понимаешь, я хотела дома убраться, а потом решила, что могу и с тобой поболтать. И клининговую компанию пригласила. Они как пчелки мои, как мистер Пропер. Да? Слушай, ну а ты же что-то говорила, что вроде как чужих людей пускать не хочешь. Ой, я сначала проверила на маме. О, да. Но безумно мне понравилось, как они убрались. Да? Я пригласила их к себе, да, и выбрала трех клинеров, которые только ко мне приезжают они. И огромным плюсом сыграло, что у них на сайте есть пользовательское соглашение, информация о юридическом лице. Я не боюсь, я их вызываю вообще и кайфую, отдыхаю, с тобой могу посидеть, поболтать, детям время уделить. Так что супер. Сейчас клининг уже прочно вошел в нашу жизнь. Ведь только качественная уборка и химчистка мебели и ковров избавит вас от грязи, пыли, патогенных микроорганизмов и посторонних запахов. Воздух становится чище, атмосфера в вашей комнате более здоровой и комфортной. Ну что, а сейчас я решила специально для вас пообщаться с клинером команды HelpStar для того, чтобы развеять все мифы, ответить на самые часто задаваемые вопросы и убедить вас в их уникальности и профессионализме. Пойдемте со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Многие считают, что заказать уборку – это роскошь. Так ли это? На самом деле, в моем опыте было люди разных категорий. И мамочки в декрете, и бизнес-леди, которым некогда уборку производить, и люди пожилого возраста. Я думаю, что это зависит все-таки от того, что цена нашей уборки начинается от 1190. Вау, здорово! Ну, 1190 действительно, мне кажется, по карману любому. А как же возражение о том, что я и сама отлично справлюсь? У нас не существует понятия «быстрая уборка». У нас есть чек-лист из 42 пунктов, которые мы придерживаемся. Угу. Наши средства гипоаллергенные, они абсолютно безопасны и для детей, и даже для людей, которые болеют астмой. Также мы постоянно проходим повышение квалификации. И нашу уборку вы можете заказать в любое время. Да ладно, прям даже ночью могу заказать? После завершения работы колл-центра и администратора Инстаграм вы можете также зайти на сайт и заказать уборку в любое удобное для вас время. За сутки вам позвонит наш оператор и уточнит все нюансы по данному заказу. А вообще часто ли такое бывало, что кому-то не понравилась уборка? Мы даем 100% гарантию нашей уборки, но если вдруг клиенту что-то не понравилось, мы приезжаем второй раз убираться, либо возвращаем ему деньги. Часто ли такое бывало? Ну, на моей практике такого не было. Ой, ну это тогда, конечно, говорит о высоком качестве ваших услуг. Жители квартир, разумеется, могут выбрать вариант дешево и сердито и очищать свои окна от налипшей грязи с помощью тряпки, созданной из куска старой футболки и мыльного раствора. Но вы сами все видите. Когда делом занимаются профессионалы, ваши окна становятся кристально чистыми и приобретают ослепляющий блеск. И при всем при этом специалисты не наносят никакого ущерба поверхности окна. Ну что, друзья, мытье окон в наше время стоит как поход на маникюр или не полный бак бензина. Но это еще не все, чем я могу вас удивить. В HelpStar постоянно проходят интересные акции, и на первую уборку у вас будет 20% скидка, представляете? Ну что, пока я тут с вами разговаривала, мне самой захотелось заказать уборку. Подписывайтесь на HelpStar, следите за новостями на сайте и оставайтесь с нами. Это была «Отвечу в личку», и я Лиман Мамедова. Пока-пока.